Хубэй – место сбора лотосовых корней. Хубэйцы искусны в приготовлении блюд из лотоса. Для приготовления корней лотоса с мясным фаршем следует сначала очистить корень лотоса и нарезать его кусочками, не дорезая до конца каждый второй ломтик. Затем между парными ломтиками положить фарш, чтобы фарш равномерно распределялся между ломтиками лотоса. Замешиваем тесто, обмакиваем корни с начинкой в кляр и жарим на масле до получения золотистого цвета.